Ульяновской области модернизируют горнолыжные комплексы. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Туризм, индустрия, гостеприимство». К примеру, комплекс на Волжском склоне в ходе конкурса получил около 1 000 000 рублей. Деньги пошли на обновление инфраструктуры. Это позволит довести число посетителей до более 10 тысяч человек в зимний период. В этом году мы закупили систему турникетов прохода контроля скипас, то есть что намного облегчит посещение нашего комплекса. Закупили больше много инвентаря нового, и сноубордического, и горнолыжного. Как вы видели, сейчас у нас новые сушилки появились для обуви. То есть вот это и в этом году мы первый год оснеживаем склон. Мы готовим искусственный снег. Федерация горнолыжного спорта и сноуборда презентовала комплексу подъемное устройство. Его стоимость 1 300 000 рублей. Благодаря новшествам здесь заработают две учебные трассы с инструкторами. В планах обустройство третьей, но уже спортивной. Обслуживание посетителей вывели на новый уровень. Помогли валидаторы и бесконтактные карты. Абсолютно можно не ограничиваться никакими суммами, да, здесь ежегодно можно вкладывать достаточно большое финансирование, но я думаю, что и в следующем году, как минимум там на 2 или на 3, а то и на 5 миллионов этот проект может претендовать. Я думаю, что они будут участвовать в этом конкурсе для того, чтобы развивать инфраструктуру новых трасс. Всего в прошлом году область в рамках нацпроекта получила 20 миллионов рублей. Деньги пошли на закупку оборудования для других горнолыжных комплексов в регионе. В будущем году на развитие туризма планируется привлечь около 70 миллионов рублей.